Всем привет от Снекари. Я сегодня хотела показать, как я подготавливаю овощи для того, чтобы приготовить в дальнейшем овощные чипсы. То есть я беру свою любимую тирочку. Рекламу делать не будем. Так как держу я, делать в принципе нельзя. Это опасно. Ну, я вот до определенного момента дохожу. Потом, конечно же, я беру держатель. Держателем это безопасно. В принципе, усилий никаких. То есть вот так потом поправила. И все. И готово. Все кружочки ровненькие. Идеальные, одинаковые, тоненькие, ну, то есть в меру. Есть еще тоньше там насадочка, но она нам пока не нужна. Вот, такое я не использую. Вот, это что касается кабачка. Допустим, помидорка. Допустим, помидорка. Помидорки я беру такие плотненькие, то есть, чтобы поменьше у них было водички. Сейчас, конечно, не сезон, но стараюсь. Тоже идеально идет, как по маслу. Вот такие штучки я уже не использую. И все, они нам не нужны. Тоже аккуратненько, ровненько. Замечательно. Так, что у нас еще есть? Ну, перчик. Возьмем перчик. Держу без держателя, ну как бы так, пока не опасно. Вот. Красота. Просто балдежные такие кусочки. Классные получились. Ну, влагу, естественно, мы не будем брать за сушку. Вот. Можно делать вот так, то есть не обязательно вот так до конца, то есть можно просто сделать вот так, и ничего в этом страшного нет. При сушке все будет одинаково, вот дальше не рискую. Вот, в принципе, все хитрости, все нарезается. В следующем видео покажу, что я делаю дальше.